наш микрорайон. Там большая школа, даже две. Ну да, там. Да. В одну сразу две. Во-первых, это же все в супермаркетах. У нас тут и негры, и кого только не живет. Мы как бы живем все дружно в микрорайоне в этом. Негры, узбеки, русские, украинцы, кого только нет. Международный такой, белорусы. На первых этажах, как говорил, уже все есть, все супермаркеты. Бары, кафешки, парикмахерские, все, здесь все есть, все, что надо. Если еще где-нибудь здесь работать, в микрорайоне, в Парнасе, то, в принципе, тебе куда-то в центр города и мотаться-то особо не надо. Здесь большая, очень большая школа, два больших корпуса. Если не ошибаюсь, 5 или 6 детских садов. Тоже такие вот сейчас покажу. У нас во дворе этой осенью открывается новый еще один. Прямо у нас во дворе, вот оно. Вот он наш дом. У нас окна выходят туда, на город. Вот в этом доме мы сняли квартиру. Микрорайон Парнас. 20 минут пешком до метро. У нас середина сентября. Продолжают цвести цветочки, даже розы вон, одна отцвела, но тоже набрала еще, и вот еще одна цветет. Возле подъезда есть такие ящички с док-пакетами. Собачка покакала, собрал сюда и вытянул. Классно, все это входит в стоимость. Квартплата у нас, ну вот летом мы за 42 квадрата, пакетик, сори, сейчас заберу, за 42 квадрата мы платим без отопления, отопление здесь зима, лето, по-разному идет, это, платим 3000 где-то в месяц у нас выходит со светом, совсем-совсем. Я считаю, что в принципе нормально. Вот квартира, которую мы арендуем. Платим мы за нее 17 500 в месяц. Нашли мы от хозяйки напрямую, без комиссии агентству. Найти, в принципе, реально. Как бы не сразу, но реально. Прихожка большая. Большая прихожка такая, большая. Ванна-туалет. Из прихожки гардеробная, почти как комната. Кухня тоже очень большая. Ну, после нашей коммуналки панельной она очень большая. 10 квадратов кухня. И комната. Вещи у нас накиданы пока. Все так вот. Да. Привет. Ну вот, лоджия. Лоджия тоже большая. У нас, в принципе, все вещи могут поместиться на лоджию. Это вид отсюда. С 22 этажа. Парнас еще строится, разрастается. Ну вот там. Вот. Вот это вот здание,
извиняюсь за резкость и вибрацию, это и есть там метро, рядом с торговым центром этим. Ну, вот так вот, вот оно. По прямой, вот стройка закончится, по прямой, конечно, будет быстрее, чем 20 минут. Но пока стройка идет, 20 минут. Вот пока мы здесь. Вот он, наш райончик. Мне нравится у нас все. На первых этажах какие хочешь тебе супермаркеты. Все есть, торговый центр, даже парочку там стоят. Даже автосалон есть свой. Здесь торговый центр, метро. Я иду паспорт получать за гран. Сейчас вам покажу наше Парнасское метро. Вот в метро. Автобус предупреждающий об опасности заболеть гриппом. Можешь подойти, провериться. Стоят почти возле каждого метро, а может даже возле каждого. Здесь метро на Парнасе в том, что тут нету эскалаторов, не надо ехать по 5 минут вниз на эскалаторе. С этой стороны подходят. У нас конечная станция. В этом даже плюс. Всегда пустые вагоны. Всегда есть место. Тут красота вот такая. Ну, там подходит. Вот буквально один состав отъехал, следом уже другой. Там выходишь на улицу сразу. Вон там наш идет. Вот такое оно. Метро Парнас. Поверху прошелся. Пошел. Удобно. Поликлиника. Приехали с дочерью в поликлинику. Детская поликлиника. День здорового ребенка. Надо аж топеда пройти, пока в отпуск не ушел. Внутри поснимаю. Детской поликлиники. Трехэтажная. Собственный лифт. День здорового ребенка. Никаких очередей. Все свободно. Пожалуйста, ради бога, ходи по докторам. Вот и мои. Привет. Назад по лестнице спущусь. После нашей детской второй поликлиники узкий коридор, очень много народу. Здесь здорового ребенка. Маленько шокированный такой бесплатной детской поликлиникой. День здорового ребенка. Вообще, ребята. Приехали мы сегодня в Шуваловский парк. Сходим погуляем. Посмотрим. Здесь многовековые деревья. Это имение приходило из рук в руки. И однажды им владел даже француз. И вот он сделал озера искусственные водоемно в виде наполеоновской треуголки и сюртюка.
и рубахи. Ну. Дразнить динозавров нельзя. Ладно, не будем. Вот такая тут церковь есть. Церковь святого апостола Петра и Павла, святых апостолов. Богослужение? Да, богослужение проходит редко, потому что вот и воскресенье. На реставрации, блин. Камера все-таки плохо в телефоне снимает. Темно, не видно там всей красоты. Ах, какой лес здесь вообще. А это под церковью склеполье какого-то. А, ну это этот француз, который здесь озера все переделал, все тут переделал, потому что Шувалова особенно не смотрели. За имением особо тут ничего не делали, а делал потом француз, женившийся на одной из потомков Шуваловых. Он тут все переделывал. Водоемы, сопки. Парнас сопку назвал так же, как мифическую гору Древней Греции. Там озеро. Лес здесь вообще шикарный. Несколько дней у нас дождик был. В парке, видать, никого не было. Утки изголодались, прям с рук едят. Вон там мамка маленьких повела. Мы их уже покормили. Вот такие муравейники у нас в Шуваловском партии. Вон там еще. Там аж кишат. Да не стойте там близко, рядом, они на вас позалазят, естественно. А где Глаша наша? Ее еще не съели в этом сказочном лесу. Смотри, вот один, вон второй, третий, четвертый. И соловьи заливаются. А папоротник, посмотри, действительно, вот сейчас динозавры выйдут. Ну, да, действительно, лес как будто юрского периода. Теперь куда, направо или налево? А? Не знаю. Не заблудиться бы тут. Смотри, какие высокие клены. А, да, вообще деревья высоченные. Ёлка, блин. Обалдеть. К нам идет какой-то североатлантический циклон. Вот такая красота у нас на небе. Чует моя пятая точка, что лето у нас закончилось. Но оно хоть у нас было. Реально было очень жаркое, даже очень душное.